Здравствуйте вновь, дорогие друзья! С вами Денис Кочерга, и мы продолжаем Гарри Поттера и Узник Азкабана. Вот что мне нравится в Узнике Азкабана, то что герои живые. Кто-то ходит, кто-то там разговаривает, что-то делает. Ну, короче, все офигенно. Вот, и еще что мне нравится в Узнике Азкабана, то что, чтобы попасть на подходящий этаж, можно переходить вот через эти штукенцы. Вот. В общем, погнали. Треска. Так, вот, по-моему, второй этаж. Так, стоп. Я не могу сейчас с вами болтать. Спешу на занятия по трансфигурации. Оки-доки. Так, может здесь сохраниться? Почему бы и нет? Так, а что тут? Не опаздывайте на занятия по трансфигурации. Увидимся там. Оу. Алахамора! И все? Ну ладно. Опять Пивз? Глядите-ка, Гримзер, Визгли и Поти. Пивз. Ох, не нравятся же мне эти доспехи. Он нас запер. Мы наверняка сможем ему навалять, если сотворим заклинание вместе. Сначала мы его измотаем как следует, а потом ты, Рон, применишь Карпа Ретрактум. Ишь ты, трое из ларца все уродливы с лица. Чё ты стихотворец, блядь? Вы чего? Ничего. Хуй через плечо. Придумай что-то. Неплохо, Рон. Ритусантра! Шариками-вонючками! Но... Карпо-ретрактум! Осторожнее! Ритусантра! Карпо-ретрактум! Вали отсюда, Потти! Потти, Потти! Ритусантра! Карпо-ретрактум! Вали отсюда, Потти! Рон, ты молодчина! Легко делать все как надо, если испуган до полусмерти. Нам пора на урок трансфигурации. Из-за этого Пивза мы и так, кажется, опоздали. Ну, это все как обычно. Все из-за кого-то. Из-за чего-то. Да, графика тут, конечно, супер. Добро пожаловать на урок трансфигурации. Одно из самых сложных заклинаний трансфигурации позволяет волшебнику сделаться анимагом. Анимаг может превратиться в животное, а потом обратно в человека. Например. У кого-нибудь есть вопросы? Профессор МакГонагал, а оборотни можно считать анимагами? Нет, они не оборотни. Анимаги превращаются в животных по собственному желанию, а оборотень не способен контролировать трансформацию. Теперь переходим к теме сегодняшнего урока. Заклинаниям Драконифорс и Лапифорс. Мисс Грейнджер, будьте любезны. Помогите мне и классу. Продемонстрируйте нам высокое мастерство. Я? Конечно. Пожалуйста, войдите в эту дверь. Ну кто ж как не Гермиона. Умная пиписька. Ну что ж, начнем с заклинания Лапифорс. Правильно. Заклинанием Лапифорс можно превратить в кролика какой-нибудь небольшой предмет. Хорошо, мисс Грейнджер. 5 баллов Гриффиндору. Заколдуйте эту статуэтку. Заклинание Лапифорс оживит кролика, и вы сможете им управлять. Блять, реально готика. То же самое. Лапифорс. Направлять движение кролика можно с помощью клавиш со стрелками. Ух ты! Щелкните правой кнопкой мыши.
и кролик подпрыгнет. Какая няшка. Нажмите и удерживайте клавишу со стрелкой вверх, а затем правую кнопку мыши. Кролик сможет прыгнуть дальше, чем обычно. Если вы захотите прервать действие заклинания, нажмите клавишу Enter. Заклинание потеряет силу и после того, как будет достигнута ваша цель. Вы посмотрите, какая няшка. Я управляю кроликом, это так мило. Вы посмотрите, какая кавайность, а, каваи. Обожаю такие игры. Так, а что делать? Куда прыгать? А, вот норка, по да? По всему помещению можно найти кроличьи норы. Если вход в нору закрыт травой, щелкните левой кнопкой мыши, и кролик начнет поедать траву, прокладывая себе дорогу. Давай, щелкни левой кнопкой мыши, и он станет жевать траву. Класс. Не дурно. Теперь обратите внимание на земляной холмик. Если поставить кролика на вершину холма и нажать левую кнопку мыши, кролик начнет копать землю. Правильно. Чтобы кролик начал пастись или рыть землю, щелкни левой кнопкой мыши. Класс, симулятор кролика. Превосходно, мисс Грейнджер. Милота, ня. Депулька! Депулька! О! Нифига себе, я не думал, что тут карточка. Сейчас. Та-дан, 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 та-дан. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Да, и здесь. Класс. А, это просто. Та-та-ра-та-ра-та. О. В смысле нельзя кроликом? Ну ладно. Хотя бы так. Опять кролик. Лапифор. На-на-на-на. Ага. Так, а дальше? А, вот куда. Так, а как туда попасть? Точнее, через что? А, вот подъем. Колодец? Вопрос. А зачем кролику колодец? Тут же тоже есть проход, нет? Ух ты ж. Так. Эй-эй-эй. Так. А, это нас привело в эту сторону просто, да? Удобно. Сколько собрать надо?
Теперь перейдем к заклинанию Драконифорс. С помощью этого заклинания можно оживить статуэтку дракона. Офигеть. А это уже будет попахивать на этот... На Скарим. Или... Как там... Эра драконов. Точно, двините. Драконифорс! Великолепно! Теперь слушайте внимательно. В процессе выполнения задания вам потребуется, чтобы дракон взял огненный шар. После этого дракон должен взлететь и приземлиться на платформу. И, наконец, нужно зажечь факел. Вот так, мисс Грэнджер. Нажмите пробел, ваш дракончик поднимется в воздух. Чтобы заставить его повернуть, используйте клавиши со стрелками. После того, как дракон схватит огненный шар, он сможет дышать огнем. Для этого следует щелкнуть левой кнопкой мыши. Запомните, один огненный шар дает возможность один раз вдохнуть пламя. Превосходно, мисс Грэнджер! Окей. Так, а внизу у нас ничего нету, да? Никаких приколюх. Так, 4 штуки. Тоже управлять? Вот где зажечь. Так, а внизу ничего нету, да? Драконифорс! Так. На-на-на-на-на. Так. Отлично. Пять штук собрали. Депульса! Депульса! Ну тут карточки не будет. Так. Опять кролик? Ладно. Лапикор! Няшка-каваяшка, так. Так, стопы. Нам это по сюжету надо, да? Что за... все три платформы зажечь. Ладно. Окей. Так. Да, головоломки здесь сделали поинтереснее, конечно. Так. Воу! Чё вы там пердите?
Все, доперделись. Понятно, только конфеты чё. И зачем я отсюда шел? Я ничего не профукал, а то у меня такое чувство, как будто я опять не все здесь соберу. Чего? Депульса! 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 И? А как эту собрать? Депульса! 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 А, во как. 7 штук. Депульса! 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 А, о как. Ну ладно. Мисс Грэнджер, это Бендимун. За ним тянется след из зловонной слизи. В нее не следует наступать. Фу, ну и гадость. Бендимуна можно оглушить заклинанием Ricto Sempra. На неподвижного Бендимуна можно запрыгнуть. Иногда таким образом можно получить хорошую награду. Учтите, действовать нужно быстро. Ricto Sempra! Вот она как. Так, а как ее получить? В смысле? А, и что? Как? Не понял, как? Чё за фигня? Ладно. Оки-доки. Чё-то это не это. Так, стоп. Эй, ещё один. Откуда вас столько? Грёбаный насос. Так, ладно. Ладно. А потом бы я не знал, как получить. Депульса. Еще две, где? Депульса. Депульса. Так. Так, 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 так. Сюда. Ого! Гопники, ёб твою мать. Ну! Идите мана-мана в баня, мана-ма. Попариться, мана... Мана-мана, идите. Гермиона, Гермиона. Воу-воу-воу. Ну-ну-ну. На, конфетный наркоман. Нет.
Идите покупаться. Так. Ага. Отлично. Депульса! Ясно. Депульса! Чё? Смогибай. А зачем сюда? Чего? И какую тогда? Депульса! Круто. Депульса. Круто. Депульса. Так, а какую теперь красную? Депульса. 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 Так, стоп. Ага. Вроде бы все, да? Вроде бы и карточку получили. Блин. Ладно, будем думать, что получили что-то. Ладно, давайте я вот на этом месте сделаю паузу. А потом мы сюда вернемся, дорогие дамы и господа. Мы вернулись к Гермионе. Так. Значит, получается нам эту дверь. Ага. Опять этот кролик. Ого, сколько тут нор. Воу. Пока. Воу. Чё? Ты куда пропал, йоу, чёрт? Чёрт куда-то пропал. Депульса! Драконом? А мышкой когда? Ладно. Так. Так, это понятно. А тут есть еще кроличьи норы. Где кроликом управлять? Вопрос. Так, вот только... Только не подставляйте нас. Воу. Закрыто? Стоп, а где кролик? Я что-то немножко не пойму. Стоп. Тут же... Так, стопы. Я что-то немножко не понял, не втираю. Так, стоп, а может... А, стоп.
Вот. Точно. Так. Карточка. А стоп, еще ж есть проход, вот он. Че вы нас опять обманываете, а? Тут же проходов херова туча. Лапихон. Так. Где я еще проход видел? Не здесь. Не здесь. Только здесь, что ли? Серьезно. Так, и что тут? Так, и что это нам дало? А? Не понял. А что это нам дало? Тут тоже, по-моему, какой-то секретный проход. Да. Только... Чё толку-то? Странно, очень странно. Что мы пропустили? И что? И что это нам дало? То, что мы вырыли тут яму? Не, не здесь. А? Что-то я ничего не пойму. Или нам надо кроликом попасть туда? А как мы попадем? Вопрос. Так разве можно? Ладно, попробуем еще раз. Мне прям интересно. Так. Ну, допустим. Что? Отлично, мисс Грэнджер. Вы справились. Собраны все 10 щитов, а это означает, что... Я пойду в призовую комнату. Потрясающе! Ух ты! Это и есть призовая комната! Совершенно верно, Гермиона. Постарайтесь набрать как можно больше конфеток, пока время не истекло. Смотри,
да. Ну и как оно? Замечательно. Теперь я могу превращать предметы в дракончиков. Круто! Ты имеешь в виду дракона вроде тех, которые летают, ревут и сжигают деревни? Нет, это просто очень маленький трансфигурированный дракон. Вот досада. Гермиона, ты можешь еще раз пройти этот практикум? Или мы можем вернуться и сделать это потом? Ну да. Знаю, что я уже... собрал все. А, остался последний. Это получается их 3. Несмотря на то, что утро выдалось ненастным и ветреным, Гарри испытывал радостное волнение. Ведь сегодня был его первый матч по квиддичу в этом сезоне. Играл великолепно. Как вдруг? Дементоры! Гарри не пострадал при падении, но решил бороться со страхом, которые внушали ему дементоры. Профессор Люпин предложил Гарри научить его, как противостоять дементорам. Он спросил Люпина о Сириусе Блэке, человеке, который был лучшим другом его отца, и выдал Джеймса и Лили Волан-де-Морту. Профессору явно не слишком хотелось говорить об этом. Гарри, давай-ка поучим тебя защищаться от дементоров. Естественно, мы не можем привести в замок настоящего дементора, поэтому возьмем вместо него Богарда. Богард превращается в то, чего ты больше всего боишься. Ты, Гарри, больше всего на свете боишься дементоров. Сперва мы потренируемся на мишени. Наведи на цель волшебную палочку, затем нажми левую кнопку мыши и, удерживая ее, придай заклинанию силу. Ты увидишь, что по твоей руке движется кольцо света. Чтобы заклинание вышло безукоризненно, отпустить кнопку мыши нужно в тот момент, когда световое кольцо достигнет волшебной палочки. Давай попробуем. Заклинание произносится так. Expecto Patronum. Отлично! Expecto Patronum! Отлично, Гарри. Еще 2 раза, и ты будешь готов двигаться дальше. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Да, вот это я и имел в виду. Давай-ка еще разок.
Экспекто патронум! Великолепно! Гарри, ты трижды безукоризненно справился с этим заклинанием. Можно переходить к следующему этапу. Твоя задача — обойти это помещение. В любой момент может появиться Богарт. Примени на него заклинание «Патронус». Так. Алахамора! Депушо! Так. Ну, наверное, на этом мы закончим, дамы и господа, и вернемся уже отсюда, на самом, как говорится, интересном. Так что ставьте лайки, приглашайте друзей. Будем показывать тоже интересные видео. Дальше в дальнейшем тоже какие-нибудь интересные проекты. Так что всем до встречи. Всем пока.